14 июля Тверь будет праздновать День города. В этом году название праздника приурочено году семьи. «Мой город, моя семья». Жителей и гостей ждет насыщенная праздничная программа. Подробности об этом рассказывает Анастасия Новичкова. Ежегодно в Твери празднование Дня города проходит в центре. В этот раз подготовлены различные интерактивные программы для детей и взрослых. Мы решили узнать у тверичан, чего они ждут от праздника и какие площадки считают наиболее интересными. Какие-нибудь концерты, возможно, либо какие-то, ну, что-то с танцами связанное, допустим. Больше всего мне понравилось, когда стоишь на набережной в горсаду и смотришь салют. Это просто незабываемо. Ну, потому что здесь более камерно и как-то по-родному. Мне кажется, если кого-то из артистов пригласить, то аудитории будет просто море. Ну, мне ярмарки нравятся, когда там всякие рукоделия происходят. Вот, поэтому достаточно интересно. Я хочу, чтобы приехал кто-нибудь из знаменитых артистов. Уж больно я люблю, когда к нам в город кто-то приезжает знаменитый. В прошлом году на День города у нас была выставка ретро-машин. Вот я хочу, чтобы они еще раз приехали. Ну, я думаю, интересно, как я уже говорила, разными мероприятиями. Там, возможно, завести новые знакомства или что-то просто новое попробовать, узнать, и останутся воспоминания. Атмосферка веселая, праздничная, детей много. То есть, когда организовано все для всех, то есть, ну, не может не радовать. По возрастным группам все-таки было бы, наверное, интересно. В основном, конечно, все упор на детей делать. Что-то то, чтобы дети делали руками. Я не знаю, там, по опыту дней городов, в которых я бывал в свое время, там, очень интересно было вот в Новгороде Великом. Там были площадки сделаны, именно ремесленные, такие старые. Это кузнечная, гончарная. То есть вот такие вот. Детей очень много было. Очень много было детей. Там им было интересно. Они делали сами эти поделки. Знание своего родного города, какое-то обращение к истории. Ну, плюс единение жителей, гостей, всех. Атмосфера праздника. Большинство тверичан за различные мастер-классы для детей и взрослых, а также считают, что концерт особо важен на празднование Дня города. В этом году праздничная программа будет организована на 7 площадках. Всего запланировано более 30 мероприятий. Тематика площадок в большинстве своем будет связана с семейными ценностями.